возвращаемся в Петербург, но ненадолго. Вместо того, чтоб гнить в глуши, дыры латать, считать гроши, можно, пожалуй, шутки ради что-нибудь сделать от души. Во изумление стад земных, пастырей их и всех иных, скажем, начать с высот астральных, благо рукой подать до них. Сев на каком-нибудь плато, небо измерить от и до, и заключить, что звездочеты врали веками, черти что. Или в пробирке, как в саду, вырастить новую еду и применять взамен обычный или с обычной наряду. Также не вредно ясным днем междоусобный слыша гром в планы враждующих проникнуть телепатическим путем, а уж разведав что к чему, кровопролитную чуму предотвратить и с гордым видом за шпионаж пойти в тюрьму. Или уж впрямь на зло властям, по городам и областям тронуться маршем, раздавая каждому баб потребностям. Вот тебе бабка Юрик день, вот тебе шапка твой бикрень, вот тебе друг степей и джунглей твой бюллетень, пельмень, женьшень. Горе лишь в том, что друг степей счастье свое сочтет скорей чудом каких-то сил надмирных, нежели доблести моей. Наоборот, чуть где какой не урожай, разбой, застой, всякий решит, что будь он проклят, если не я тому виной. Вот, например, не так давно шторм небывалый, как в кино, снес, понимаешь, Нидерланды, прямо вот напрочь смыл на дно. И натурально все вокруг сразу едва прошел испуг, хором сочли каприз Нептуна делом моих несчастных рук. Я же про этот шторм и шквал ведать не ведал, знать не знал. Я в это время по фонтанке в белой рубашечке гулял. В левой руке моей была провинциалка из села, в правой руке моей фиалка благоухала.